Сегодня около 2 часов дня на перекрестке улиц Азовская и Пушкарева произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Grander при повороте не уступил дорогу Kia Rio, двигающейся по главной дороге. К счастью, обошлось без жертв, пострадали лишь сами автомобили. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Нужно отметить, что данный участок дороги с недавнего времени ульянские водители не жалуют. Ежедневно движение затруднено из-за проводимых дорожных работ на мосту через Свиягу. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.